Стальной Хват России, привет всем участникам группы, всем поклонникам Беннинга, Хвата, Владимиру. Большой привет тому, кому мы сегодня как бы посвятили видео, от Кирилла Вальтера Александра. Он ломал 4 двухсотки, обрезанные на 180. Я все-таки решил показать вам, что это имеет в своем весовом выражении. Значит, вы уже знаете, как мы это делаем. Все уже пообсуждали. Все отцентровано, нули выставлены. Погнали натягивать. Все, пошла первоначальная натяжка. Сто пятьдесят шесть. Вот на 156 есть деформация. 182, 194, 209, 215, 225, 231, 239 было, 244, 250. Остановимся. Дадим металлу немножко успокоиться, потому что пролом получен. Вы его видите. 238,7 килограмма. Но до 30 градусов нам еще 10, наверное, градусов не хватает. Пока 20,238. Снимаем. Поехали дальше. 255, 263, 268, 275. Вы видите, да? 259, сейчас металл, 257,5 килограмм. Ну вот примерно где-то 30 градусов. Сейчас еще чуть-чуть поддавим. Все. Вот где-то примерно так и будет. 264,2, 265 килограмм. Ну там чуть больше пролом был на 275. Будем считать 264. Вот снимаем с нагрузки. Немножечко возвращается в исходное. Меряем. Меряем. Даже можно еще чуть-чуть увеличить. Вот так вот, наверное, как раз будет. Ну, те же 264. В общем-то. Да, 264,7. В принципе, больше нет смысла, тогда нам даст резкий пролом более 30 градусов. 264,7. Вот она, эта цифра. Все, вы видите, 264,7. Сейчас я снимаю. Использовался более широкий разъем для пролома, потому что 4 шестерочных дают большой достаточно. Все, обнуляем. То есть вот использовался вот такой крюк для пролома. Обычно мы пользуемся более маленьким, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Сейчас я откручиваю. Снимаем. Несем. Вот чтобы вы видели. Ровно 30 градусов. 4 гвоздя. 4 двухсотых гвоздя. Сейчас попробую вам показать диаметр. Нули. По 6 миллиметров каждый. Обнуляем.
на 180. Значит, все вы все видели. Всем привет, удачи, здоровья, пока.